Что здесь происходит? Синди. Что я принес? Я кашу принес. Поверить не могу, что вас заставляют есть эту дрянь. Уверена, что вы не пройдете тест на наркотики, если съедите ее. Ага. Понедельник, в восьмой раз. Ура! Привет! Мне кажется, они в конце это и сказали, кстати. Видок здесь, это Kindergarten. Очередная гипер-супер-пупер обожаемая вами серия. Я более чем уверен. Знаете почему? Потому что это концовка бабла. А бабла, как говорится, всегда победит зло. Бабла, бабло. Бабло победит зло. Да, мы делаем концовку Монти. Но это чтобы вас долго не держать в неведении. Нам понадобится форма для ключа. Чпоник. Взять слепок с собой. Также нам понадобится пропуск на ланч. Чвиньк. Ну еще, конечно же, нам понадобится немножко денег. Даже мы без денег-то. Я тут немножко нафармил в прошлой серии, чуть-чуть, прям капелюшечку. Но мы в прошлой серии прочитали записку, блин, ржака была, конечно. Но это было все очевидно, то, что было в той записке, но это была ржака. Значит, 3 бакса, форма ключа и пропуск на ланч. Поехали. Ну и сразу, конечно, к Монти чешу. Я Монти, если тебе что-нибудь надо, подходи ко мне. Я могу продать тебе что-нибудь, много вещей и так далее. Мне нужно, чтобы ты изготовил ключ, говорю я ему. Это слепок, который ты хочешь использовать? Конечно, без проблем. С тебя будет 20 баксов. Ключ будет закончен к концу дня. Можешь заплатить мне за него тогда. 20 баксов. Как мы 20 баксов? Мы можем продать пропуск на ланч. Да? Как я получу столько денег? Есть тонна способов сделать это. Ты всегда можешь мне что-нибудь продать. Попробуй получить что-нибудь дорогое. Это вполне выполнимо. Окей. 20 баксов нужно собрать. Давай посмотрим, сколько пропуск на ланч стоит. Учитывая, что, кстати, это вещь, которая всегда со мной. Если я ее сейчас продам, она все равно у меня останется там. Что у тебя есть пропуск на обед? Посмотрите на этого учительского любимчика. Я дам тебе 3 бакса. Продано. Он мне все равно не нужен. Так, теперь что? 6 баксов у нас есть. Если бы я взял, кстати, больше 3, у меня бы вот этот вот чувачок грабанул бы, да? То есть я ровно 3 взял, это максималочка. Конечно, я мог бы взять 10, и у меня 5 осталось бы еще. Ну ладно, это если вдруг что-то не получится. Нам надо купить йо-йо, ребят. Точно. Купить йо-йо. Йо-йо. Хе, йо-йо. Не знаю, что в них такого, но Джерому они нравятся. Беру, беру. Все. А теперь жираем яблоки и проходим следующую миссию. Ну, в смысле, на утренник. Уборщик переоделся. Что, правда, что ли? Хорошо, дети. Пора начинать уроки. Заходите. Доброе утро, дети. Время найти себе друзей на утро или быть грустным, отчаянным, одиноким. Как хотите. О, а прикинь, я сразу с Монти стартанул рядом. То есть я типа его друг? Потому что обычно я вот здесь начинал. А сейчас меня сразу к Монти подсадили. Круто, да? То есть это концовка Монти все-таки. Итак, значит, соглашаемся с планом Джерома. В принципе, мы этот план с вами много раз читали уже. Не один раз. Поэтому я, наверное, быстренько все это проскипаю. Я ему даю йо-йо, он говорит, о, так нечестно, давай станем другом. Он такой, ну ладно, а у меня тут есть такое дело. Давай, знаем, проверем какую-то фигню. Он отвлекает, а я убегаю. Та-ра-та-ра-та. Пиу. Но... Не так быстро, малой. Мне нужно увидеть твой пропуск, прежде чем дать пройти. Директорский пропуск, воу! Воу! Да, делай, что хочешь, чел. Вот так вот. И мы пойдем в туалет. Ха. Видимо, для того, чтобы шоколадку, ребят, поиметь в столовой.
Итак, чтобы поиметь шоколадку в столовой, нам нужно придраться, кажется, к мешкам к этим. Или с уборщиком просто поболтать. По-моему, просто с уборщиком поболтать. Ты как малой. А что в этих мешках? Каких еще мешках? Я не вижу здесь никаких мешков. Ну, в этих мешках. О, в этих мешках. Хе-хе-хе. Ничего, о чем должна волноваться твоя маленькая тупая голова. А сейчас уходи. Но из них идет кровь. О, да. Кровь. Слушай, а ты знал, что в суде меня обязали находиться на расстоянии, равном как минимум длине одной швабры от детей? Какая шутка. Как на суде пришли к этому? Это длинная история, которая заканчивается на том, что кто-то оказался нанизанным на швабру. Вау. Звучит захватывающе. Так и есть. Но это история для другого момента. Ну, я думаю, должен давить до конца, насколько я помню. Да? Я до ужаса заинтересован. Из-за этого случилась вся неразбериха в моем первом рабочем месте. На моем. Как бы то ни было, не думаю, что у меня есть право рассказывать эту историю человеку твоего возраста. Значит, мне также не надо видеть мешки с кровью в мусорке? Да? Точно. Ты же еще совсем юнец. На. Возьми этот пятак и купи себе шоколадку. Но это маловато. А что ты имеешь в виду под тем, что его мало? Либо пятака немало, либо мало будет тебя. Мало будет тебя. Шоколад стоит дороже пятака. О, в таком случае я скажу поварихе продать тебе шоколадку за цену, которая была в мое время. До инцидента со шваброй. Как тебе такой вариант? Окей. Подходит. Отлично. Проваливай. Ладно, проваливаем. Все, про шоколадку мы намутили. Теперь идем в кладовку. И здесь мы с вами должны тыбрить кое-что. Угадайте, что мы будем тыбрить? Есть знатоки коробки. Записку, карточку или деньги? Ну, конечно, деньги. Нам же деньги нужны. И вот звенит звонок, и я должен убежать отсюда как можно быстрее. А тоже приходит. Эй, пацан, ты слышал звонок? Иди в класс. Идем в класс. Ну как, ты достал ее? Что? Ладно, дети, все слышали звонок. Давайте пойдем в столовую за нашим питательным обедом. Слышала, сегодня нас будет кормить кашей. Как же это здорово. Говорим о время обеда. Да ладно, я ничего не достал, что-то как привязался. Эй, пацан, сюда! Ну что, ты нашел его? Я не смог. О, черт, какая жалость. Видимо, мне придется смириться с этим наказанием. Можешь оставить пропуск себе, увидимся. Круто, спасибо. Ну и теперь, конечно, мы идем все продавать. А, надо еще сначала шоколадку купить за дешевочку. Угу. Ну как ты, сынок? Хочешь что-то? Есть что-нибудь еще? Ну что ж, объем меню слегка уменьшился в связи с новыми стандартами здоровья. У меня есть шоколадка, но она довольно дорогая. Уборщик сказал, что я могу купить ее задешево. А, ты должно быть новый друг уборщика. Да, он сказал, что ты хороший мальчик. Я могу продать тебе за шоколадку за пятак. Беру. Наслаждайся, малыш, хорошего тебе дня. Повариха нормальная, да? Так, все продаем. Продаем все, 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 Монти, на. Ты пришел туда, куда надо? Каша отвратительная, а печенье уборщика навряд ли кто-то осмелится попробовать. Этот глупый старикан даже не может написать печенье правильно. Я хочу что-то продать. А что у тебя есть? Пропуск. О, ты получил его от Джерома, да? Я дам тебе 5 баксов за него. Продано. И я могу еще продать. Шоколадка. Плитка шоколада? Как ты ее достал? Она же почти на вес золота. Ударение на почти. Я дам тебе 5 баксов. Продано. Смотрите на циферку у меня за плечами. 20 баксов. Та-да, та-да-та-та-та-да.
Ладно, дети, вот и звонок, идите, сожгите всю кашу. Имеется в виду, наверное, калории от каши. Берем карточку. Она нам пригодится. Собственно, все. Какая-то быстрая концовка. А вот и звонок, дети. Заходим внутрь и начинаем. Покажи и расскажи. Надеюсь, все хорошо провели перерыв. Давайте подготовимся. Покажи и расскажи, почему бы тебе не быть первым? Что ты принес? А я принес карточку. Я ее специально принес, чтобы они не приставали ко мне, что у меня ничего нету. Ну, типа, если б я, наверное, ничего не принес, она подошла бы мне, либо палкой своей надавала бы, либо отпрессовала бы по полной программе и все. Собственно, все, я прошел. Это будет очень короткое видео по киндергартену. Ну чё, Монти, где мой ключ? Ладно, пацан, вот и конец дня. Деньги у тебя? Да. Вау, ты собрал их всего за один день? Я впечатлен. Спасибо. Чтобы ты не собрался делать с этим ключом, будь осторожен. Что-то странное происходит в этой школе. Хорошо. Увидимся, было приятно иметь с тобой дело. Мне тоже. Что ж, ну, конечно же, ребят, это не будет коротким видео. Конечно, нет. Мы сейчас с вами пойдем и займемся чем? Конечно, пособираем карточки, ребят. Новую концовку я не буду брать. У нас осталась залили концовочка. Но карточки все равно надо открывать. А то без них мы не откроем супер-пупер-мега-концовочку, насколько я понимаю. Давай 3 бакса берем. Баксы нужны. Деньги, деньги, дребеденьги. Нам нужно много всего накупить. Пойдем опять за решеткой ту карточку возьмем. Помните, в коридоре, который лежит? Ну и другие еще притащим. Поехали. Готов ли я к новому дню? Итак, к Монти. Берем, бежим к Монти и закупаем у него весь арсенал. Ну, по баксу который. Сигареты. Сигареты, спичка, бутылка вина. И она поможет нам ждать, как пелось в одной песне. Йо-йо. И отвертка, конечно же. Нам все это пригодится. Отвертки открывать. Отвертка. Кстати, отвертку тут же сейчас сливаем. Точнее говоря, не отвертку, а сигареты тут же сливаем баксу. Оказывается, бакс, ребят, еще и покуривает. Покуривает на переменках. Отвали, говорит, я занят, а не хочешь сигарет? Вау! Я грабил детей как раз, чтобы купить их у Монти. Спасибо большое. Вот тебе карточка монстром, он одна из моих любимых. Вот, первая карточка есть. Что делаем дальше? К Джерому. Так, утро наступает. Сейчас. Заходим в класс. Смотри, я все равно с Монти дружу теперь. Как это так? Опять, значит, тема с Джеромом. Все это дело открываем, вскрываем. Открываем, вскрываем. Что же я буду делать? Я могу это сделать. Ты идешь отвлекать учительницу, я убегаю в коридор. Этому пацану говорим, что у нас есть пропуск. Ну, идем сразу открывать вон ту карту, которая за решеткой. Сижу за решеткой в темнице сырой, как говорится. Я вижу что-то в вентиляции, но мне нужно что-нибудь, что могло бы мне убрать решетку. Выкрутить болты, карточку забрать. Так, есть еще одна карта здесь, в коробке. Я, правда, не помню, я брал ее или нет. Честно, не помню.
А, я ее уже брал, эта змейка. Пацан, ты слышал звонок в класс? Поговорим во время обеда. Задание провалено. Я не смог. Так, говорят, где-то под столом Нагита есть карта. Под этим столом лежит карточка монстра. Вон. Хвыч. Также, я думаю, можно немножко продать. Чтобы денежки появились. Пропуск продаем. Нафиг он не сдался. А деньги нужны. Собственно, на прогулку. Там на прогулке будет буквально трава, поэтому... Вот и звонок, идите сожгите кашу. Ну, прилично мы нормально взяли, да? Вон там за горкой типа есть еще карта, говорит мне. Игра. Давай возьмем. Фиг с ней. Вот и звонок. Заходим внутрь, начинаем, покажу и расскажу. Если я отвертку покажу, кстати, интересно. Она отберет у меня ее? Что ты принес, говорит, отвертку. О, отвертка. Обожаю их. Уборщик, кажется, говорил, что жалеет о том, что продал такую Монти. Видимо, у него в кладовке плохо завинчен какой-то шуруп. А, смотри, какая подсказка. Все. Вот мы вытащили с вами часть карточек. Ну, часть, которые у нас уже были, и часть, которые впервые. Сейчас почитаем, что мы вытащили. Тык-тык-тык-тык. Три новых карты. Ну, заодно денег подобрал. Десяточку у нас теперь. Кто ты такой? Это карта «Кактус-разбойник». Никто не знает, что является более шокирующим. Преступление, которое он совершил, или то, что он разумный кактус? Согласен. Страшная штука. Это карта «Торнадо-муха». Эта муха может генерировать торнадо, взмахивая крыльями, однако эти торнадо небольшие, так как муха всего лишь насекомое. Это карта Голем Оглбопа. Никто не знает, что такое Оглбоп, и все слишком боятся его спросить. Кстати, а кто такой Оглбоп? Кто-нибудь знает, кто такой Оглбоп? Напишите, пожалуйста, в комментариях. А, во! Во, ребят, вы просили вылить это ведро на Синди. Помните? Они налили. Помните, вы просили это сделать? Сейчас будем это делать. Поехали. Чтобы это сделать, нам нужен целый бакс. Йо-йо. Поехали. О, да, народ кричит. О, да. Да, сейчас будем делать это. Итак, берем йо-йо. Ну и, конечно же, идем к Синди и становимся ее парнем. Нам нужно в домике там поиграть, помните, жвачку прилепить и так далее. Так, нам дали жвачку. Окей. Все. Здесь, видимо, все. Ладно. Давайте уроки начинаем. Ее нужно, чтобы взять вот эту вот карточку. Но она у меня уже есть. Ну ладно. То есть он ее отвлекает, учительницу. А я в это время забираю карточку. Смысл вот такой. Опа. Иди сюда, пацан, сейчас он будет бить мне морды. Так, подкидываем жвачку Лили. Кто ты это сделал?
прилепил жвачку к моим волосам. Как ты посмел? Так, и остаемся с Синди, сейчас будем в домике играть. Угу. Ну, мы все это видели. Это все уже было в предыдущих концовках. Как там правильно в домике играть, кто помнит? Да, дорогая. Опять что ли пил? Нет, дорогая, я просто устал. Так, не родившийся ребенок. Мы сможем через это пройти. Вот это вот я точно помню. Ты чокнутый шлюх. Как там с ребенком надо было оставить его, да? Так, все. Отлично. Задание пройдено. Пошли в столовку. Так. Пошли к уборщику. Печенье, покупайте печенье, берите пока горячее. Что за печенье? Мой собственный рецепт придумал вас сразу после маленького инцидента, произошедшего недавно. И почем они? $1 за штуку. Хорошая цена, я бы сказал. И я уверен, что твоей маленькой подруге Синди они очень понравятся. А почему вы так думаете, так уверены? Просто у меня есть предчувствие. Не бойся, дай ей попробовать. Они точно понравятся. Вы так жутко это сказали. Я всегда жуткий. Просто дай ей чертову печеньку. Не наркотики или что? Что? Конечно нет. Я не один из этих. В них кое-что более интересное. Мне кажется, надо сначала с ней поговорить. Она должна сказать, что... Она хочет что-то веганское. Погоди, а как это было-то, блин? Вам надо кашу взять. Чтобы она сказала, что ей что-то веганское надо. Так, значит, берем кашу. У меня есть каша, съесть кашу. О, здорово, как раз хотела. Ага, вот. Веганское нужно что-то. Вот эта реплика нужна была. Принеси мне, пожалуйста, что-нибудь веганское. Вот это то, что надо. Это типа то, что веганское. И вот теперь мы идем за печеньем. Вот, ей нужно что-нибудь веганское. Веганское? Ха-ха, ты ее парень. Вау, как она занизила планку. Ладно, вот тебе такое предложение. Какое предложение? Я дам тебе печеньку за бесплатно. Не волнуйся, она веганская. Я также дам тебе карточку Монстермон. Все, что тебе нужно сделать, это убедить Синди съесть печенье. О, согласен. Хорошо, возвращайся, когда она закончит. Так, и теперь мы его будем убеждать. Что ты мне принес? Эту штуку. Оно веганское? Ты уверен? Да. Ладно, я тебе верю. Чавк-чавк-чавк. Эй, оно довольно вкусное. Почему-то мне как-то напоминает о моей собаке. Не могу это объяснить. Большое спасибо, что принес его. Без проблем. Ты так мне сегодня помог. Пожалуй, ты самый натренированный парень из всех, что я встречала. Ты мне понадобишься и во время перерыва. У меня есть идея. Что за идея? Мне действительно нравится видеть жвачку в волосах Лили. Но может быть мы сможем туда добавить еще что-то? Ну сейчас она про ведро с краской, да, мочканет нам. Да? Не волнуйся об этом, посмотри, что у меня есть. У тебя есть ключ, вау. Так, она заплатит поварихе, и я смогу выйти в кладовку. А дежурный будет курить в туалете. Окей.
Так. Дай мне минутку. И я должен сходить сказать, что печенье съедено. Она ее съела? Да. Отлично. Вот тебе карточка, сейчас уходи. Все, ребят, карточка получена. А теперь мы идем делать мулечку, да? Давай сделаем это. Все, я в кладовку. За ведром. Можешь идти, поторопись. Давай, 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 давай. Ай-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Ну, открывай. Эта дверь, говорит, она закрыта. Берем ведро с кровью. О, это ведро, которое пускает кровь. Все, хорош. О, каша заставила тебя побегать. Прости, надеюсь, все прошло. Все остальные уже на перерыве, беги туда. Ха, надумал, что я от ее каши пошел трястану в туалет. Так, давай, Синди, показываем ведро. Ах, чуть как пьяный ежик хожу, а? Ну что ты нашел? Это ведро с кровью. О, МГ, это идеально. Оно так отвратительно. Чья это кровь? Неважно, не хочу знать. Я тоже. Поднимись наверх, я позову сюда Лили. Пойду занимать позицию. Эй, Лили, подойди сюда, я хочу тебе кое-что показать. Почему ты не можешь просто отстать от меня, Синди? Мне так надоели твои издевательства. Я не собираюсь тебя обижать. Мы можем быть друзьями. Просто подойди сюда. Хорошо. Что ты мне хотела показать? Что? Нет, 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 нет! Нет! Что здесь происходит? Синди! О боже. Синди, вернись. Не бегай на дороге. Тебя может сбить маши. А я же говорил директору, что здесь нужно установить забор. Ужас. Ладно, дети, у нас произошел несчастный случай, и я не хочу, чтобы в нем обвинили меня, поэтому мы сегодня заканчиваем перерыв чуть раньше. Все заходим внутрь. Спускайся оттуда, мне нужно с тобой поговорить. Погоди, что выпало-то? Кроссовок какой-то. Это туфли Синди, она заляпана кровью, но она бы наверняка хотела оставить ее мне. Возьму ее. Возьму туфли Синди. Пригодится. Ха-ха. Хорошо. Спасибо тебе большое. Вы благодарите меня за убийство Синди? О, да. Именно так. Ты знаешь, как давно я хотел ее убить. Я даже однажды попыталась ее отравить, но яд ей показался недостаточно веганским. Ха-ха-ха-ха. Она ведь даже не знает, что такое вегетарианство. Я знаю. А ведь она могла... бы быть еще тупее, будь ее родители родственниками, если ты понимаешь, о чем я. Ха-ха! Боже мой! А карточки доставать тоже весело. Ха-ха, да. Прими эту золотую звезду в знак моей благодарности. Только никому не рассказывай, как ты ее получил. Конечно. И в качестве особой награды за кровищу дарю тебе эту карточку, Монстермон. Весьма странно, но окей. Да не за что. А сейчас давай зайдем в здание и начнем, покажи и расскажи. Надеюсь, все хорошо провели перерыв. Давайте подготовимся. Давайте я туфлю покажу. Вы не против? Самый черный юмор, да-да-да, давай. Туфли показываем, Синди. Да, туфли. О, это туфелька Синди, не так ли? Да уж. То, что произошло с ней, так трагично. Большое спасибо тебе за напоминание о трагичных событиях сегодняшнего дня. Ха-ха, жесть вообще, ну и игра, а? О. Да, за карточками реально весело ходить. Плюс 3 карты. Ну, одна из них у меня была.
Давай почитаем, что это. Эта карта очень яркая звезда. На самом деле она потухла несколько лет тому назад. Она просто очень далеко. Да, свет от звезд к нам очень долго летит. Эта карта разрушитель зла. Он не разрушает зло, он злой разрушитель. Есть еще одна карточка в обеде. Я боюсь, что туда никак больше мы не попадем, кроме как тупо напропускаем кучу дней. В смысле, куча задач. Поэтому давайте туда быстренько попадем в обед. Что нам надо делать? Нам нужно брать кашку. И выкидывать кашку. Брать кашку. И выкидывать кашку. И снова брать кашку. Ничего себе! Даже Бакс не ест мою кашу с таким энтузиазмом. Она очень вкусная. Думаю, ты заслужил кое-что особенное. Это моя тебе благодарность за любовь к моей каше. Вот тебе карточка, Монстрмон. Спасибо. Вот. Тут кроме как вот так не взять. А потому что получить эту карточку, чтобы нужно полностью все ходы потратить в столовой. Что я принес? Я кашу принес. Поверить не могу, что вас заставляют есть эту дрянь. Уверена, что вы не пройдете тест на наркотики, если съедите ее. Вот это кашка. Ну, тупо карточка, которую можно взять только одним способом. Прийти и взять. Что за карточка? Давай заценим. Какой-то пирог. Эта карта несъеденный пирог. Похоже, твоя мама так и не появилась на вечеринке. Окей. Спасибо за внимание, ребят. Это был Kindergarten от Витька. От Витька. Надеюсь, лайки уже проставлены. В описании ссылочка на плейлист, на группу ВКонтакте. Ссылочка на все самые интересные вещи. Например, на тележечку или... даже, можно так сказать, на список всех игр, в которые я играл. Посмотрите, может, что интересно найдете. Ну а пока.